бедный несчастный. А, да. Ву. Ву. Ну, во-первых, это он или она, с вашей точки зрения? Он, славно. У него горе. В очередной раз только не сверху горшок упал, а сбоку. Значит, видите, что перекушен, да? Да, ну, в общем, черепную коробку лучше не перекашивать. Это... Вот, Свет, понимаете, что это дело? Мы и учимся чему? Чтобы у вас поменьше получалось нечаянно, а побольше получалось управляемо. А, да? Ну, потом смотрите, вот этот вот угол у глаза у вас по горизонтали, а внешний угол этого глаза, куда он вас, извиняете, уехал. Вот вы понимаете, с рукой и ногой это бы запросто прошло. При изображении лица малейшая неточная линия, и сразу все меняется. Так, хорошо, подбородочек. Ну, во-первых, если это он, то подбородочек желательно все-таки побольше сделать. Потому что так лицо становится очень женственным. И оно у вас очень-очень высокоскулое. Ну да. Так. Хорошо, но бывают такие лица. Угу. Так, ну допустим. Носогубный все-таки лучше наметить немножко. Так. Равно как вот эти глазничные. Положение бровей – это отдельная песня. Вот вы сначала просто потренируйтесь. Вот смотрите, сразу возраст изменился, видите? Да, стало. Наметил я, да? Да, конечно. А теперь уберем, и опять ощущение возраста пропадет. Угу. Смотрите, всего ведь несколько линий, да? Вот, народ, попробуйте, потренируйтесь. Несколько разных вариантов лица человека. Так, ну что, очень выразительно. Эдакий Понтий Пилат, и сразу видно, что у него мигрень, камеокрания. То есть человеку так плохо, что... Не, ну что, вполне выразительный. Ну, все-таки носогубный, давайте мы чуть наметим вот так. А то, что его слегка перекосило, ну, видите, такое ощущение, что кто-то взял, как белье выжимают, да? Берут и вот так вот выкручивают, да? Вот тот ему взял мозговую коробку, слегка выкрутил. Ну, ну неприятность случилась. А так хорошо, давайте следующий. А этот, пожалуй, даже не галок считает, а скорее ангел. Судя по отрешенному выражению лица, да, значит, человек вот как-то очень сосредоточен на чем-то возвышенном. На нас. Нет, вот скажите, Володь, этот человек смотрит прямо перед собой или его взгляд где-то направлен здесь вверх? Где... Или вниз? Так, сейчас. Вот смотрите, я смотрю прямо в точку горизонта. Это называется «смотрю перед собой». Если я смотрю куда-то ниже горизонта, так, это разворот лица вниз. Если я смотрю выше горизонта, разворот вверх. Куда сюда смотрит ваш человек? Полом. Примерно вот сюда, куда я сейчас пальцы поставлю. Вопрос. Вверх, вниз или в горизонт? Куда он вверх смотрит? Вверх, конечно. Почему у вас так получилось? Во-первых, очень высокий подбородок при небольшом носе и маленьком лбе. А во-вторых, вы изображение радужки глаз и зрачка. Вот смотрите, сейчас я сделаю две вещи. Сейчас у меня это лицо развернется зрительно так, как будто человек смотрит вверх, а ровно через минуту развернется так, как будто этот человек смотрит вниз. Итак,